Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Он был известен своей критикой Евромайдана. Киллер поджидал Жилина в ресторане на Рублево-Успенском шоссе. Как только тот со своим знакомым вошел в здание, неизвестный выстрелил в них из пистолета, после чего скрылся на поджидавшем возле ресторана автомобиле с водителем. В столице и Подмосковье действует план перехват. Следствием рассматриваются все версии, в том числе и общественная деятельность Жилина, но приоритетного направления нет. В правоохранительных органах считают, что убийство, скорее всего, носит заказной характер. 19 сентября вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвел выстрелы, предположительно из пистолета, в двух посетителей, сидящих за одним столом. После совершенного преступления мужчина скрылся, один из потерпевших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются лица, причастные к убийству, а также мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.